В Мурманск пришел корабль береговой охраны Норвегии «Баренцхав» совместно с российской полярной звездой. В водах Баренцева моря проводил совместное учение. Первым к пирсу Мурманского морского вокзала подошел корабль береговой охраны России. Следом показался и серый корпус норвежского пограничника. Сотрудничество между службами двух стран налажено давно. Моряки береговой охраны России и Норвегии вместе проверяют рыбопромысловые суда, постоянно обмениваются опытом и проводят совместные учения. В этот раз в акватории Баренцева моря моряки тушили условный пожар на борту судна и спасали терпящих бедствия моряков. Программа посещения Мурманска норвежскими моряками рассчитана на 3 дня. Один из пунктов – возложение цветов к мемориалу защитников Советского Заполярья. Первый день визита традиционно начался с отдания почестей советским воинам, оборонявшим Заполярье от немецко-фашистских захватчиков, а также морякам и пограничникам, отдавших свои жизни при защите арктических рубежей. Программа трехдневного визита предусматривает проведение совместного заседания по вопросу обеспечения безопасности в арктическом регионе. Ключевым вопросом повестки обозначен оперативный обмен информацией по вопросам организации безопасности в арктическом регионе.